Главный врач Губкинской городской больницы провел встречу в общественной организации инвалидов «Возможности без границ». Говорили на важные темы, например, как записаться на прием к врачу и как обеспечить инвалидам доступность медицинского учреждения. Задали вопрос по доступности среды, потому что на коляске электрической. Хочу добавить. Заехать по пандусу очень сложно, особенно летом. Зимой мы, естественно, ездим на легкой коляске. Все это сказал главврач, что решат этот вопрос. И плюс, конечно, въезд в стоматологию. Тоже в этом году будет там демонтировать крылечко, косметический ремонт, и тоже сделают въезд для коляски. Ответы получили, хотелось бы еще раз встретиться, чтобы теперь вот по нашим вопросам мы услышали, как проработал главврач по этим моментам. Также обсудили вопросы о санаторно-курортном лечении, организации работы поликлиники и оказании скорой медицинской помощи. Сейчас вопросы взяты на карандаш, мы проработаем, мы договорились, что через определенное время мы опять встретимся, и я расскажу, что получилось сделать, что нет. Всего главврачу задали порядка 30 различных вопросов. На все даны подробные разъяснительные ответы. Как отметил Михаил Налимов, такие встречи теперь станут хорошей традицией в общественной организации инвалидов «Возможности без границ».